Всем привет, меня зовут Олег. Сегодня я хочу вам рассказать про свои любимые упражнения. Они будут прорабатываться в степ-связке. Вот, и поехали. Первое упражнение – это кне-ап с выходом назад. То есть выход назад мы делаем посредством заднего выпада. Поехали. То есть делаем кне-ап и резко уходим назад, подключаем руку. Своего рода мы можем делать вот такая техника, именно такая техника. То есть самое главное здесь именно кне-ап. То есть как мы прорабатываем, дабы включить максимальное напряжение в теле. Это колено выше, тело уходит назад, ногу растягиваем, подключаем именно бедро, квадрицепс, и рука как бы набрасывается сверху. Опять же, делаем кне-ап, опять же рука и нога. Все делается симметрично, скорость должна быть максимально высокой. Своего рода максимально функциональный тренинг. Переходим дальше. Как видите, сразу воздуха не хватает, потому что упражнения максимально требовательны. Следующее упражнение – выход наверх. Своего рода факел. То есть мы делаем кне-ап и прыгаем вверх. Румба и кне-ап сверху. Опять румба, кне-ап вверх. Главное в этом упражнении – растяжение. Полностью максимально тело вверх. Опять же, колено вверх, руки вверх, тело максимально вверх. Главное в этом упражнении не сбивать дыхание. Уходим на румбу и посредством, опять же, колена мы уходим вверх. Опять же, разгоняемся на румбе и опять же вверх. Повторяем. Главное не сбивать дыхание. Опять вдох, выдох. Опять вдох и выдох. Главное максимально прыгать вверх. Третье упражнение будет, наверное, самое сложное. Чаще всего его использую на групповых тренировках. Это basic с уходом на своего рода бёрпи, либо планка. Никаких прогибов поясницы, никаких лишних подключений. Все делается лаконично и просто. Четыре шага на степе и уход на бёрпи. Все делается быстро и четко. Еще. И еще. Что в этом упражнении главное? Никаких прогибов поясницы, чтобы не было вот таких вот движений. Мы не падаем вниз. Идеально ровная поясница. С вылетом назад. Четыре шага. И уход назад. Поверьте мне, эти три связки сделают вам утро лучше любого кофе. Ну а уж вечер сделает лучше любого ужина. Так что работаем вместе со мной. X-Fit